Привет, ус, это я, Владус Мармеладус, и я профессионал Харди. И сегодня Харди почему-то снова в моем скине, но это ничего страшного, ведь у нас противостояние двух локи-блоков. Локи-блок Б против Макса. Ну что ж, посмотрим, кто победит. Давайте так, ребята, ставьте лайк, если вы за Б, и пишите комментарии, если вы за Максом. А? Как вам такая идея? Давайте пишем, ставим. И, ребята, давайте, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Особенно, если вы хотите попасть вот сюда, вы спросите, что это такое. Это список новых подписчиков, и сюда попадают только те люди, которые вот с этого видоса подпишутся. Если вы хотите в следующий ролик попасть, подписывайтесь. Да что, Харди, полетели! 64 Погнали, начинаем строить. Спаван поинт надо поставить, а то я чуть-чуть забыл. Ты что сделал? Геймод нагрудник. А, нифига себе круто. И ты, получается, 4 часа будешь все. Получается, что да, теперь я могу в геймоде быть и могу взять себе вот столько локи-блоков. Но мне кажется, что это слишком читерно, поэтому, ребят, мы их все выкинем. Вот столько локи-блоков я возьму, если вы, ребят, поставите, ну, где-то 1 000 000 лайков. Так что давайте, постарайтесь там. Блин, я же в геймоде до сих пор, так. Опять неудачно, что это. Подожди, у меня же геймод не выключается. Поэтому я сделаю вот так вот. Харди, надеюсь, ты там не упадешь из-за меня. Я поставлю себе новый спампоинт. Я избавился, наконец-то, от геймода, у меня выпала кое-какая штука. Ай! Ай! Наконец-то у меня это... Кстати, хорошо, что ты меня скинул, потому что у меня выдался эффект, из-за которого я не вообще ничего делать не мог, даже ломать. Обращайся, Харди. Ай! Ребята, прошу прощения, что я остановил ваш просмотр видео, но я должен вам напомнить, что существует такой офигительный и топовый сервер, как BitchMC с российскими реалиями, текстурами, смотрите, Фанта. И это правда топовый сервер, это лучший сервер по выживанию бомжа в России. Здесь есть пятерочка, здесь можно собирать бутылки на спавне. И когда вы их насобираете очень много, вам нужно их сдать вот этому чувачку, прораб Тёмчик. Вы заработаете деньги, и за эти деньги вы можете купить всякие топовые игровые плюхи, например, вот такой снайперской винтовки или вот такого пистолета. Вы временем представляете, как это круто. Эти текстуры при заходе на сервер вам скачиваются автоматически. Я вам чуть-чуть попозже расскажу, как зайти на сервер. А сейчас я вам хочу показать главное достояние этого сервера. Черный гелик! Ба-ба-ба-бамс! Это просто мега топовая плюшка, которая есть, блин, только на этом сервере. Так что заходите, если хотите поиграть. IP сервера play.bitchmc.ru. Версия сервера достаточно обширная. Я еще IP оставлю в описании под этим видео, чтобы вы могли просто его взять и скопировать. Я вас здесь жду. Заходите и играйте. Да давайте! Все, больше нет, больше нет. Все, о, мне штанишки выпали розовые. Все, теперь я бе. Вот и ходи в своих розовых штанишках. О, ну у нее фиолетовый. Кстати, я тут читал комментарии ваши, и вы мне написали, что Макс это девочка. Я офигел. Чё? Я не знал, я реально не знал об этом. Но теперь знаю, ребята. Офигеть. О! Спасибо, Харди, спасибо, это топ. Вот так, а ну иди сюда, я тебе сейчас... Круто, я его реально поджигаю. Убьем тебя, блин, что, рукой убивать? А, я сейчас оружку выберу. Опа, у меня какие-то... Нифига себе, он бьет, слышишь? Так, у меня есть супер груша. Я надеюсь, что она даст мне силу. На! У меня пока даже нечем его ударить, поэтому я, пожалуй, достану. Ай-яй-яй! Я его вырубил. Я его вырубил. Есть! Я вырубил, правда, либо коня, либо... У меня есть какой-то лаки, спаван. Опа! Чешуйница, елки-палки! Харди, прощай! Бабам! Меня даже не убило, меня не убило. Есть, попал. Просто дроппер в Майнкрафте. Опа! Ого! Еще одна площадка, вот это поворот! Еще одна. А, ну да, это типа храм локи-блок. Но меня тут чешуйница достала, уже убей чешуйницу. А как я. О, тут дополнительные локи-блоки и кристальные блоки из Бравл Старса, между прочим. Это все круто, конечно, но блин. Но чешуйница меня сейчас добьет. А у меня нечем убивать, я их только могу поджечь. Если тебе надо, как бы, я могу попробовать. Мне пока что вообще никаких оружек не выпало с лаки-блоков. А у меня 49 лаки-блоков остается, и мне шапочка... Блин, я думал, меч топовый. А, все, у меня бесконечный хп, кажется. У меня есть лук, так, я могу с него... Нет, я не... А, стрел-то нету, да, у тебя? Стрел-то нет, да, вообще. А у меня есть, знаешь, что есть? Чем? Ай! Я тут вещи выкинул! Монетки из Бравл Старса, целых 2 стака. Это, конечно, отобрал. О, кристалл, гемы из Бравл Старс. Блин, мне бы кирку, я бы их разломал, и тогда у меня были бы, как в Бравл Старсе, донатные гемы. Но, это не важно, что у меня нет кирки. Блин, рыба! Вот зачем мне она нужна? Рыба? Не знаю, Харди, что-то тебе не вижу. Ай! Да хорош, блин! Ну, прости, мне просто всякая штука выпадает. Я вообще не ломаю. Я просто экспериментирую, Харди. Блин, ничего страшного. У Харди просто какая-то непруха, его там взрывается. Я тоже его взрываю. Ну, немножечко, только полуразик. Совсем чуть-чуть. Ой, это что за скелет? Кыш, кыш. О,
Подожди-ка, я тебе помогу сейчас. Убей его! У меня давай, сила! Так, его. На, по шапке получай! Почему у меня сила 5, а он не умирает? У меня настоящая нубская броня выпала, погляди! Вот золотая! Нет, это же броня из монеток, золотая выглядит чуть-чуть по-другому, это же Brawl Stars броня! Тебе повезло, считай, это донатная броня? Повезло, это прям по красоте! Теперь у нас есть еще одна площадка, смотри, Харди, вообще прям... Нифига себе! Ладно, ты ломай там, я буду ломать здесь, а то ты заколебался своими взрывами уже! Да я так, ну я же не специально, ну как я специально, просто мне как бы хочется попробовать все, понимаешь? Опа, меч какой-то, ура! Смотри, то есть тебя вот этот человек не смущает, да, Харди? Ого! А ну-ка, Кыш! Проваливай реально с нашей площадки, а то сломаешь еще. Все, я достал меч, теперь тебе вообще кирдык будет. Так, 29 луки-блоков, мне снова выпадает топор, кстати говоря. Кстати говоря, тоже из монеты. Ой-ой-ой-ой-ой, Гаст, блин! А ну-ка, Кыш! Опа, она... О, подожди, лаки то можешь убить Гаста. Ну-ка, а я не могу тебе помочь убить Гаста, потому что у меня нету вообще никакого лука. Там еще и стражник выпал, блин. Я сейчас помогу, я знаю, как его вырубить. А ну, Гаст, давай, смотри на меня, бей меня, бей меня. У меня тут конфетки какие-то новогодние выпадают. Ух ты. Ты что сюда летишь, я не понял, я тебе сейчас... Я его зарубил топором, все нормально, Харди, все хорошо. Отлично, все. Так, ладно, я тогда... Тут что-то вода еще разлилась. О, груша, я попробую еще раз. Или это ягода? Ну-ка. Нельзя грушу кушать. Опа, весь грушу нельзя кушать. Эй! Сколько хп снимаю? Ну, тогда одно сердечко только. Одно, да? Ай! Да ты чё, блина? Вот сейчас я возражусь. Так, у меня есть еще динамит. Хочешь, я тебе дам динамит, и ты мне... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, я тебе не дам динамит. О, так это нифига себе штука какая. Ай! Ты меня отравил, Харди, этой штукой. Конфеты это отравил меня. У меня спаунпоинт прям... Подожди, я знаю, я его сейчас тебе попытаюсь восстановить. Так, сейчас вот так вот. Давай, блин, надо главное угадать блок. Где ты заспавнишься? Ну-ка давай, спавнись. Да я сейчас просто это самое... А, вот так вот. Только не бей меня, пожалуйста, ею, она меня отравляет. Ладно, все, отстань от меня, потому что у меня еще есть тоже лаки-блоки, которые хочу сломать. Да! Ой! Я помогу. Я справлюсь, не переживай. Есть! Блин, лук, который без стрел стреляет, причем так быстро, вообще прям топчик. Надо тебе лук. Это что за головы здесь такие? Это что вообще? Опа-на. Это головы ютуберов? Это головы ютуберов? Нет, на самом деле это ютуб лаки-блоки, их можно тоже разломать, но... Спавнер! Капитан Спарклес! Отстань! Отстань, Соня! Ну тебе капец! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, откуда тинтишки? Откуда они выпали? А у меня есть... Они, наверное, спавнеры. У меня же зелье полета, я же его взял, я его сейчас выпью, и теперь я могу поломать все эти лаки-блоки. Да что ты вообще какой-то везучий лаки-блок, у меня никогда не выпадает. Чё, меня куда тэпнуло нафиг, это где я? Меня куда вообще просто выкинуло? Потому что тут всякой фигни, куча. О, какие вы большие, ребят. Ну, вам пора на боковую, на-на-на. Спать нафиг. О, еще мелкие. Блин, ютуб-локи-локи интересно, когда... Это что за лут из Бравл Старса? Вы посмотрите, просто дождь лут из Бравл... Это что сделать? Так, мне нужно всех перебивать. А, у меня лагает из этого лута. А ну-ка, кыш. А у меня магма выпала, что дает магма? Нам придется его чуть-чуть сжечь, ребята. Прям совсем немножко, пока не... Все, разлагало, теперь можно посмотреть, что там выпало. Нет, не разлагало. Я понимаю, ребята, вам неприятно смотреть, но я пытаюсь от него избавиться. Я избавился, кажется. А, я могу летать. Я же могу летать. Так. Да, тут просто куча гемов, куча кристаллов. Ну ладно, это нам все равно не пригодится. У меня курицы, посмотри на это. Ты такой везучий, Харди. Я пошел. Короче, все, ребята, куда ты, Харди? Я тебе сейчас скилл пропишу тогда. Да нет, не надо. Ладно, продолжим. Да капец, почему у меня курицы выпадают? Курицы, блин. А мне выпала такая топовая штука. Такая топовая. Но использую я ее на PvP, если не забуду. Ой. Еще что ли то же самое? Так, этот меч у меня уже есть. Им, кстати, я могу драться, потому что он на 12 тысяч урона. Сколько? 12 тысяч, Харди? Я точно попер нафиг. Куда ты попер? Так, я вижу, ты еще в Майнкрафте. А у меня 4 лаки-блока остается, прям совсем чуточку. О, кирка. Как ты не вовремя, а? Как ты не вовремя? В сундуке нашел броню, правда она железная? Харди, знаешь, что я предлагаю? Я предлагаю повыпрыжиться прямо здесь. А ты доломал все свои лаки-блоки? Тут большая площадка, у меня остался последний лаки-блок. Сейчас доломаю. Это была ошибка. Это была ошибка, не надо было его ломать, реально прям. Точно. Так, мы чуть-чуть потушим огонь, Харди. Я, в принципе, готов пвпшиться, надевай там броню какую хочешь. Я уже все надел. Ну я готов, в принципе, ладно, давай, ты где? А я здесь.
Я понял тебя! Ну иди сюда! О, спокойно, 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 не среагировал! Сейчас я тебя леденцом ударю! Блин, ты меня опять отравил! Отравил меня! Ай! А я все еще могу летать! Я могу летать, я могу летать! Я свечу! И получай бомбочку! Ой! Ну-ка! Возвращайся ко мне! Чего-то у тебя не совсем крепкая броня! Дай, 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 дай! Да, конечно! Опа! Опа! Вау, ты меня так... Ты далеко до меня достаешь! Неплохо! Это эффект какой-то? Куда это я ушел? Почему я ничего не вижу? Не знаю, Харди, подожди, а ты где? Я вообще без понятия, где. Ты, наверное, сломал экиблоки. Я подлетел высоко. Я понял, я понял. Ты сломал экиблоки, тебе тэпнуло, Харди. Давай-ка, обратно. Да, куда-то мне, подна получай. Ай, ты умираешь вообще с одного удара. Даже с лука и с меча тоже. Да потому что у меня вообще... Да я всегда горю. Ты, блин, вообще мощный, ты меня откидываешь постоянно. Иди сюда. Да, ах, блин, какой вид. Ну-ка, сейчас я догоню тебя. Иди сюда, иди сюда. А куда... Я ж был сзади тебя, Харди, как ты меня не видел? Я не заметил. Вот и это удар! Я хочу протестировать одну штуку. Смотри, Харди. Ну-ка. Нет, только не банка! Что за банка? Зачем ты вторую штуку кидаешься? Еще раз. Но я чуть-чуть читерил, я улетел. Ты держался нормально. Просто у тебя не крепкая броня. Ты бьешь так-то вообще. Как бы здорово, здорово. Здраво, я сказал. Значит так, ребята, пишите, кто победил в этом ПВП. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайкосы, подписывайтесь. Это был Владус, Мармеладус и Харди. Пока, тус!